встретила случайно, об этом знали вы едва. Следил все время я за вами тайно, ваш взгляд планила печаль. Знаете что, вы нам там карнавальщики, уже не секрет, что мы с вами гуляем вместе, пойдем за ручку, целуемся. Совершенно невозможно представить, во что это может все выявиться. Будьте так любезны, напишите мне расписочку. В случае чего, если вдруг на свет произойдет ребеночек, вы с меня ничего требовать не будете. И денег на воспитание потомства тоже. Что ж, знаете, я ведь раньше никогда не давала таких расписочек. Никому никогда. А с этой расписочкой я буду еще более любезен с вами. Сейчас, когда любое действие подразумевает уголовный кодекс, я чувствую себя как скованный. Знаете, очень странно, что ваша любовь приобретает такие весьма необычные формы. И мне даже обидно делается. Тогда мне лучше отказаться от нашей с вами любви, чем потом сожалеть о содеянном. И тем более давать деньги на воспитание потомства. Ну что ж, если вы настаиваете, я, пожалуй, подпишу вашу расписочку. И никаких денег состребовать не буду. И претензий предъявлять тоже. Встретил вас случайно, об этом знали вы едва. Следил все время я за вами тайно, ваш взгляд планила печаль. Нахлынули воспоминания, встречали праздники, и плали не пошли. Чего ты спросишь?